Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новую серию по игрушке Gran Turismo Sport. И мне кажется, что пришла пора вновь возвращаться в различные испытания и теперь уже перейти к покорению, ну, либо же знакомству с трассами. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра и, как говорится, по многочисленным просьбам, да и не только, потому что мне в любом случае, безусловно, интересно все это дело затестировать и вот как оно будет складываться все дальше, будет ли эта рубрика постоянной, и пройду ли я все трассы, познакомлюсь ли я со всеми трассами, будет зависеть, друзья, от вашей поддержки в виде лайков. Значит, у нас уже, в принципе, за спиной большой багаж опыта, назовем это так, потому что, напомню на всякий случай, что уже позади пройдена школа вождения, полностью все испытания на золото, пройдены испытания точно так же все на золото, и вот теперь начинается новая глава, назовем это так, знакомство с трассами, обучение стратегии прохождения различных трасс. Ну что, для меня это сейчас будет открытие, потому что я даже не пробовал, даже вот как бы не заходил, не пытался что-то тут проехать. Поэтому начнем с самого начала. Самая первая трасса, которую игра нам предлагает, это Kyoto Driving Park. Вот это вот Miyabi, я еще пытался вспомнить, в итоге так и не понял, это рэп-исполнитель или не рэп-исполнитель. Короче, что-то подобное. Значит, заходим сюда и видим здесь три сектора. То есть три испытания, то есть выбор сектора 1, 2, суперкруг 1. Ну, то есть, я так понимаю, это как три этапа, ну, вот, например, ну, кстати, не у каждой трассы, вот тут, например, четыре этапа, тут вообще их семь. Ну, а про Нюрбурринг я вообще, честно говоря, промолчу, потому что тут я даже не знаю, сколько там, штук 10, наверное, этих этапов. В общем, давайте смотреть, как это происходит, значит, Kyoto Driving Park, надо попасть еще, сейчас попаду, так, отлично. Ага, значит, собственно, первый сектор, он, кстати, это практически вся трасса, я не знаю почему, ну, наверное, второй сектор, это будет прохождение вот этого вот поворота, ладно, Audi TT, это меня реально радует, потому что без всяких вегетарианских автомобилей, которых было достаточно и в испытаниях, и даже в школе вождения хватало, собственно, моя задача проехать на время 27,9, это, опять же, для золота, ну, меньше меня, точнее, большее время меня особо не интересует, реально радует, что это Audi. А, кстати, стоп. Я же забыл! Сейчас же наверняка уже педали-то немножечко закислились за это время, с последнего-то заезда. Когда я там последний раз с рулем вообще во что гонял? Наверное, в Гран-Туризмо и гонял. Так, все. Все, отлично. Я думаю, что сейчас будет все хорошо. Так, конечно же, я... А, ну, в принципе, я же могу на руле это все делать. А, я понял. Я немножечко забыл руль подключить, но это, в принципе, не важно. Так, проверяем. А, жесткие гоночные, ну тут как бы я думаю, что мне особо выбор не предоставляется. И, соответственно, контроль тяги, конечно же, на ноль, потому что я все проходил без стабилизации. Все, поехали, значит, Audi TT. Тихо, подожди, вид, все, отлично, поменял. Так, газ не залипает, все, значит, день удался, пацаны. День удался. Надо только учитывать, что покрышки не мягкие. Поэтому сейчас как бы ее нормально будет сносить. Слушайте, она нормально, кстати, вруливается в повороты. То есть это не какая-то там ГР-3, никакая такая вот супер... Ну, как бы понятно, что подготовлена для кольца ТТХ, но она нормально держит дорогу даже... Даже на этих покрыхах и с первого раза! С первого раза на секунду, даже с небольшим, я проехал лучше, чем на золото. Мне кажется, что мне, в принципе, должно все сейчас даваться довольно-таки легко, потому что, ну, реально, за спиной уже сколько пройдено всего. Как бы знакомство с трассами, это больше, знаете... Почему я вообще задумывался, стоит ли... записывать, так скажем, еще вот прохождение всех, знакомиться со всеми трассами, потому что это больше, знаете, для меня даже, потому что если я хочу реально круто проезжать каждый из треков, ага, супер круг, ну это понятно, что последний это полностью, да, действительно, это вот эта шпилька 19,8. Не, ну хорошо, хорошо. Вот, это больше для меня, если я хочу как бы вот прям профессионально чувствовать каждый поворот, знать каждый уголок трассы, той или иной, то я должен, конечно, познакомиться с трассами. Хотя, опять же, это у нас находится в карьере. То есть это не какой-то такой фановый режим. Это именно, то есть, как бы прохождение карьеры считается. Как я понял. Я надеюсь, что нормально прошел. Вроде как укладываюсь, и вновь у меня в запасе 1,2 секунды. Ну, 1,2. Ну, типа 18,6, в 19,8 у меня как бы на золото был еще запасик небольшой. Пока легко. То есть, получается, реально на каждую трассу дается один автомобиль, на котором я изучаю один отрезок, другой, потом, если вдруг еще есть этапы, третий, четвертый и так далее. И напоследок, опять же, я уже проезжаю полностью... Супер круг. Значит, моя задача проехать 44,1. Ну,
Я надеюсь, что, в принципе, как-то к ТТ-хе я быстро привык. Вообще странно, реально, то есть это просто ТТ-кап. То есть такая, как бы, облегченная, немножечко доработанная версия для кольца. И, как бы, она даже вот на этих покрышках, смотрите, я даже вот тут могу, в принципе, на третью... Ну, да, я могу на третью, в принципе, не понижаться. Без пониженной... Сейчас пониженную въебать, блядь. Нормально, чё. Впереди, блядь, бездорожье. Так, тихо. Тут четвертая в отсечечку. Мне кажется, это даже будет сейчас еще быстрее, чем я проехал эти отрезки. Ну, то есть, таким образом, действительно, я полностью изучаю трек. И, как бы, игра, соответственно, ставит мне определенные задачи по времени. Ну, и, как бы, моя задача пройти все на золото. Ну, как бы, вот. В запасе получается 3 секунды у меня. Ну, 2,5. Ну, как бы, нормально, по-моему. Вполне. Все, мое знакомство с Киото Мияби закончилось. Все, как бы, я ее полностью изучил. Первая трасса пройдена. Ну, она, конечно, простенькая, она коротенькая, и как бы тут никаких сложностей нет. Но единственное, я так понимаю, ага, все. Теперь я уже должен каждый раз возвращаться обратно, потому что, как бы, все, трасса-то все изучена, соответственно, все. Теперь переходим к следующей. Киото Драйвинг Парк Мияби, получено все золото. И сразу награда. Приятно. Ну-ка, можно мне вот этот Шелби? Не? Шелби? Что захотел, то и получил. Ну, это, правда, Мустанг оказался. Ну, какая, как говорится, разница? ГР-3. Можно будет как-нибудь его потом затестировать. Так, А, ну, ачивка, ладно, хорошо. Да, наклейку сейчас себе... Да, хорошо, все, тихо. 1% пройден. 1% уже пройден. Так, теперь Киото Драйвинг Парк, уже другая конфигурация трассы, тоже мне уже знакомая. Ямиагива. Как название каких-то очень вкусных роллов запеченных, мне кажется. Так, о, Lancer Evolution Final GR3. 10-й эвик, GR3. Приятно, классно. Ну, было бы, конечно, не очень логично, если бы они сделали, типа, каждый этап прохождения той или иной трассы на разной машине. То есть, соответственно, я выезжаю на трек на одном автомобиле и должен его полностью покорять на одном автомобиле. Ну, иначе было бы странно, действительно. Поэтому вот здесь вот мне предпочли дать 10-й эвик. Давайте посмотрим. Значит, это, в принципе... Какие-то тут у нас элементы сейчас, естественно, будут уже того, что мы сейчас проходили. Так, единственное, я сейчас должен проверить... Да, блядь, надо придрочиться уже на руле все делать. Так, все. Ага. Все нормально. Все. Да, тихо. Стартуем. Все, нормально. Так, нифига себе посадка, блядь, как маршрутки. Нормально вообще? Можно сидушку пониже опустить? Что-то я слишком высоко сижу. Так, четвертое. Ух, как пшикает. Ух, как... Боевой! А этот малыш боевой, реально! Кстати, в эту сторону, по-моему, я эту трассу не проходил. Блин, нифига она раздувается. Кстати, прилично ебашит машина. Очень прилично. Я на Эвике, по-моему, на 10-м-то не катался в этом. Фига она! А что такой зацеп лютый? На скорости 200, вообще без каких-либо проблем вхожу в поворот. Что, нормально? Ух ты, да ну нахуй! Да ну нахуй, серьезно? Не, ну вот, тихо. Вот с этого момента подожди-ка. Более агрессивно? Без проблем, хорошо. Более агрессивно. Бля, мне там не хватило просто милипиздрючки, реально. Мне реально милипиздрючки не хватило, чтобы пройти на золото. Так, сейчас попробую здесь. Я просто реально как бы не топил. На круизе, блядь, поехал просто, блядь, с продуктами. Возвращаюсь домой, блядь, хули мне топить-то, правильно? Так, здесь на полном газу. Вообще не стесняясь, я думаю, что сейчас должно быть все окей. Да, прикольный режим, вообще смотри. Ну, всяко лучше. Всяко лучше. Практически на секунду быстрее проехал. Более агрессивно, потому что. Хорошо. Это изучено. Правда, я, конечно, не очень все равно представляю, что данный вот режим, даже если каждый отрезок пройду вот так вот отдельно, что это прям отложится у меня в памяти. Все равно лучше практики постоянной, да? Мне кажется, ничего нет. То есть вот... Если я просто буду, например, кататься там каждый день в онлайне, тем более там с другими игроками, то, конечно, эта трасса будет мне, ну, как бы, больше знакома, нежели вот то, что я сейчас пройду вот это вот все. И такой, типа, нихуя себе, пацаны, все, я могу ехать, блядь. Нет, так это не работает, я думаю. Но плюс-минус, конечно, что-то в памяти откладывается, это здорово. Так, здесь, по-моему, первая нужна. Тихо. А, блядь, да тут на... Я думал, там разворот. Такое, я так чувствую, что пизда. Пизда. Вновь серебришка. И меня это, кстати, напрягает, потому что у меня как бы были моменты тоже, где я там не с первого раза на золото проходил, но что-то вот как-то два раза подряд
Ну хрен знает, реально. Реально хрен знает. Так, может на четвертый попробовать? Вполне. Даже почти в отсечку ебусь, на четвертый прошел. Выхожу, пятое. Вообще без каких-либо проблем. Сейчас, правда, немножко на газон заскочил, но ничего страшного. А здесь вообще можно агрессивно проходить. Я испугался, что мне сказано было... Вообще, вот так немножко в заносе, а чё, блядь? Зрители смотрят, на трибунах машут мне, типа, Санёк, давай бочком раздай, я немножечко могу же себе позволить, правильно? Правильно. Все, надо просто не ссать. Надо не ссать, и все будет хорошо. Ну, кстати, нихуёвая награда, по 35 косарей мне за эти отрезки дают. Это нормально, кстати, реально. Это прям нормально. Так, ладно. Отрезок номер 3, повороты 11-15. Бля, что такие награды нормальные, да? Типа 19 косарей мне там что-то... Вообще можно так на Бугатти заработать. А, мне же ее подарили, точно. Мне же в конце предыдущей серии подарили Бугатти. Я ее не просил, но она 2 ляма стоит, как бы, и мне ее подарили все равно. Так. Тихо. Немножко боком. Нормально, нормально, нормально. Немножко дымка, потому что, ну, как бы, для зрелищности, так скажем. Бля, кстати, вот это... Я не припомню, чтобы я... Бля, я засал вот тут. Я, честно скажу, засал. Я тут засал. Возможно, это сейчас сыграет свою, так скажем, роль. Так, где... Блядь, реально второй. Я хотел на третий попробовать. Блин, ну такое. Мне кажется, сейчас... Сейчас обосрусь, да? Обосрался? Нет, я обосрался. Даже без подливы, реально. Секунда. Блин, я думал с подливой хотя бы, а тут даже не жиденько, блядь, нормально. Хотя не агрессивно, не агрессивно. Ладно. 35. 35500, блядь, что за бабки? Откуда они? Нереально нормально дают, да, за прохождение этого знакомства, блядь, сразу? Нихуевое знакомство, блядь. Так, познакомился и разбогател, блядь, уже. Так, ладно, супер круг. То есть написано, сумма приза 28. Это значит, что мне дадут 2 раза больше, как правило, да? То есть до этого было написано даже больше. Сколько вот мне сейчас дадут награду, интересно? Минута 41200. Хуйня базар! Поехали! С первого раза. Так, тут я уже выучил, что, в принципе, можно и на четвертый. Можно на четвертый. Вот уже лайфхаки пошли. Вот он меня научил уже, а? Научили меня уже водить-то вы в этой игре-то, бля, я смотрю, да? Уже я понял, что тут... Так, агрессия. Бля, ну на самом деле режим пиздатый. Для покорения трасс прям пиздато. Так, здесь надо сбавлять, сейчас будет. Сейчас надо будет сбавлять. Так, подхожу. Четвертое. На четвертый тоже попробую. Попробую. Тоже вполне. Не знаю, зачем мне тут третья нужна. Конечно, вошел в поворот грязно, но, блядь, какие башмаки, такое прохождение. Башмаки тоже в говне. Ха. Так. Шестую можно подъебнуть. Так, здесь вторая вообще без проблем. Можно без дрифта, можно более аккуратно. Вообще, no problem. Просто. Идеально. Мне кажется, я сейчас проеду минута 36 где-то. Типа секунд на 5 быстрее, чем нужно было. Потому что я, в принципе, довольно агрессивно прохожу. Неплохо получается. Так. Тихо, здесь, да-да-да, я вспоминал сейчас. Я сейчас вспоминал и понял, что здесь не надо ничего придумывать. Здесь действительно вторая передача нужна. Так, здесь действительно третья нужна. Это я тоже запомнил. Так, только вот тут. Так, аккуратно. Вот здесь на выходе можно. Да-да-да-да-да. Ну, можно было даже еще поддать жару, блядь. Вот тут реально тоже вторая нужна. Тут лучше не выпендриваться. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блядь, выход из поворота не словил. Ну ладно, похуй. Немножко боком. И в принципе, минута 36, не сдержал обещание. Минут 37, минут 38, и так пойдет, ладно, не получилось у меня минут 36 проехать. Но, кстати, у меня такое ощущение, учитывая, что я ехал лучше, чем когда проходил отрезки, те или иные. Игра понимает, что я должен поехать лучше и делает еще меньшее время. Поэтому, как бы, я вот сейчас прикинул, если бы я те отрезки взял, я скинул в общей сложности бы... Короче, сложно, блядь. Нормально все, вот и все, блядь. Ну, это девиз по жизни. 52 тысячи! 52 тысячи за прохождение просто круга. Я не понимаю, что за акция, блядь, там действует такая. Ну, это реально, как бы, как-то нормально прям, да? Так, ладно. Ну и какую-нибудь третью трассу можно изучить. Что у нас там следующее? Можно не по порядку, в принципе. Так, опять награда. Вот меня задаривают-то подарочками. Так, чувствую Макларен. Оранжевый. Угадал? Не угадал. Нихуя себе, сказал я себе! Как я это делаю, блядь, во второй раз подряд? Нормально вообще? Приколюха, вообще приколюха. Так, ну и давайте какой... О, во, Willow Springs хочу пройти, рейсвейп. Тут 3 этапа. Это тоже... О, на GTR, GR4.
Это та трасса, на которой меня сначала, я помню, игра мучила, давая мне всякие маслкары заднеприводные, мощные. А потом уже поняла, что, блядь, надо как-то полегче, и уже нормальные машины были. Это трасса, на которой я на Феррари еще дрифтил, кстати. Ну, пиздатая трасса. Пустынная такая, никого нет, блядь, можно раздавать. Спокойно кататься. Так, выключаю стабилизейшн. Надеюсь, GTR хорошо себя покажет. В принципе, GTR хорошо рулится. Я на GR4, по-моему, не ехал, я на GR3 только ездил. Так, ну что, поехали? Нормально. Стоит, стоит. Все, стоит, этого достаточно. Стоит, но не едет нихуя. Он как-то как около сток едет какой-то. И то у меня такое ощущение, что, честно говоря, главное не улететь никуда. Такое ощущение, что сток быстрее. Да, это задушенный. ГР-4 это задушенный. Тихо. Не урчи, блядь. Не урчи. ГР-4 это задушенный, да, получается? Он какой-то, блядь, вообще такой ни о чёмный, блядь. Не, ну в принципе. И этого достаточно, конечно. Блядь. Ну тут, конечно, повороты такие. Ну пизда, блядь, Сход с трасс! А, типа нельзя, блядь, еще! А схуяли! Я там, может, блядь, кузнечку увидел, мне захотелось с ним познакомиться, блядь, подъехать. Ладно, я понял. Буду более профессионально подходить к этому делу. Бля, ну реально задушенный какой-то ГТР, пиздец. Прям задушенный, блядь. Он еле в горочку тянет, блядь. Мне кажется, если бы это было в реальной жизни, я бы на этом песке сейчас кувыркнулся бы прилично, даже на ГТРе. Но здесь, к счастью или к сожалению, я не перевернулся. Тихо, нормально. Немножко грязно, но, блядь, немножко грязи не мешает никогда. Так, аккуратно. Это прохожу. Здесь все-таки третье. Врулился. Сейчас все будет. Пацаны, сейчас все будет. Главное, вот, агрессию совмещать с аккуратничеством. С аккуратничеством. Вот. Я как бы сейчас это буду все дело совмещать, и все будет хорошо. Все нормально. Блять, пиздец, повороты. Кто их выдумал вообще? Кто проектировал эту трассу? Зачем ее проектировали именно так? Непонятно. Золото. Не с первого раза, согласен. Были сходы. Не технические, а так скажем, за счет опыта. Не хватило опыта. Кстати, сейчас у меня 22 уровень будет, скорее всего, по итогу всего этого дела. Че по итогу? По итогу всего этого дела. А, понял. А вот это что такое, блядь? 26 секунд вот это я проходить буду? Это же, блядь, туда, направо, влево, блядь, направо, влево. В чем сложность-то? Ладно. Сейчас все будет. На первый прям? Серьезно, блядь? А здесь вторая. Хуя себе, блядь. Ладно, хорошо. Здесь тоже вторая, да? Бля, ну это вот это, конечно, змейка, блядь, тут. Я куда-то уехал, по-моему, тут. Блядь, ну я ж не знал! Я думал, у меня там шлагбаум откроет этот желтый, блядь. Я хуй пойми, что там вообще. Игра ничего не подсказывает, куда ехать. Не, по такой конфигурации я не катался. По такой конфигурации я не катался. Первая. Бля, может, еще на нейтралочке покатаемся, бля, я не знаю. Что, блядь, такое? Так, вторая, тихо. Никуда не спешу. Хорошо. Такое ощущение, что по парковке, блядь, чисто ищу место, где припарковаться. Я прям с такой же скоростью там езжу, блядь, ищу, смотрю, высматриваю, блядь. Так, третья. Ну, нормально хоть прошел-то? Нормально. Правда, вылетел, это не я! Я финишировал, я все сделал. Вот сейчас самое интересное, как я проеду полностью все это дело, потому что... О, 22 уровень. Ништяк. Вообще ништяк. Так, награду потом заберу. Награду потом заберу обязательно. Так, ну и, соответственно, финал. Финал, суперкруг. 57 секунд. Бля, задушенный ГТР. Стейдж минус 2. Назовем его так. Поехали. Так, это все уже я понял. Вот так. Опа. Здесь сейчас главное немножечко... Так, здесь можно пока на четвертой. А вот тут лучше притормозить. Такая, трасса для малых ходов, так скажем. На маленьких скоростях. Так. Торможу. Здесь действительно первая передача необходима. Так, заруливаю сюда. Так. Опасно. Так. Тихо. На второй, нормально. Никакой первый, блядь. Все, прошел. Так, здесь действительно тоже первая нужна. Так. Ага. Бля, в натуре на парковке еще место называется, блядь, трасса. Можно было так назвать. Нахуй это Виллоу Спринтс, блядь. Еще что-то. Так, чуть не вылетел. Так. Не, нормально. Потихонечку, помаленечку. Так, здесь тоже первое, я так понимаю, лучше. И все, поехал. Поехал, блядь. Кстати, по-моему, неплохо прошел-то. А, финиш. А где финиш? В смысле? А почему?
ну, типа там, ну, финишная черта какая-то, я просто не понял, где финишировать, поэтому чуть не расслабился раньше времени. Да, бабосов нормально заработал. Не понимаю, как это работает, здесь какие-то адские награды. Мне кажется, ли в школе вождения и в испытаниях было не так? Ну, реально. Ну, как бы у меня такое ощущение складывается. В общем, что мне нравится? Действительно полезно, действительно интересно, действительно сложно, как оказывается. Так, сейчас вот эта хуйня, блядь, с красным, со спойлером, блядь, вот это вот. Не угадал, блядь. Ну, ну тоже красный спойлер, кстати, почти угадал. А чё он в тени? А, это R8, кстати. А, это не... Ага, да, R8, блядь. Есть только немножечко видоизменённое. Ну, чуть-чуть совсем. Renault Sport RS01 GT3. Хорошо. В общем, это действительно полезно, интересно и где-то моментами сложно. Ну, не знаю, друзья. Стоит ли проходить действительно все? Трасс много. Я не знаю, насколько это все затянется дело, на самом деле. Это может затянуться ого-го как. И интересно, что каждый раз новый... Вот, вот это пиздец сложно, наверное, да, проходить? Я даже не знаю, бля, как справиться с этой хуйней, бля, пизда. Ну, ладно. В общем, ну да, интересно, что машины разные. Это прям... Ну, как бы, разные машины можно опробовать, которые я до этого не пробовал, которые мне не встречались. В общем, как-то так, друзья. Оценивайте видосик, ставьте лайк, если хотите все-таки продолжение. Ну, хотя бы, так скажем, иногда. Чтобы я продолжил знакомство с трассами. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.